одна, ни одно государство из Балкан и ни одно государство Востока Евросоюза. В Евросоюз не вступит. Да. Не вступит, да. Почему не вступит? Понятно. Потому что Евросоюза нет уже ресурсов. Европейский Союз находится в огромном кризисе социальном, политическом, демографическом, экономическом. Удивительная ситуация, складывается такое понимание, что есть две реальности. Вот. То есть есть реальность – это народ, это мнение народа. И данные опросы показывают о том, что подавляющее большинство жителей Молдовы, многонациональной страны, выступают за усиление дружеских отношений с Россией, с другими странами СНГ. Но, к сожалению, руководство страны выступает в другом векторе. Вот. Это удивительная ситуация, и это очень беспокоит, опять же, еще раз повторюсь, подавляющее большинство нашей страны. У Евросоюза ресурсов на расширение нет, на инвестиции нет, на реальную помощь нет. Вы что, не видите, что они дают нам только кредиты? Да. Только кредиты, да, да, с бешеными процентами и с дикими предусловиями. Так о каком расширении может идти речь? Любые гранты, которые поступают в Молдову, в частности в Гагаузию, из кредиты из Международного валютного фонда, это все дается под условие. Повысить пенсионный, в обмен мы должны повысить пенсионный возраст. Затем мы должны с вами внедрять ценности, которые нам с вами, кстати, чужды, чтобы детям в школах преподавали ЛГБТ-ценности.